Что началась война, впечатление было печальное. А когда вы узнали о начале войны? В самый первый день. То есть 22 июня, да? 22 июля в 4 часа утра. А он как... бомбил уже нас. Сначала он бомбил аэродромы и другие объекты военные. А потом уже на обратном пути начал обстреливать базу трассирующими патронами. И когда появились уже раненые и убитые, мы поняли, что это уже началась война. А какая была ваша реакция? Вы были к этому подготовлены? Был ли у вас как, ну, орудие, чтобы стрелять, чтобы нанести какой-то ответный удар? Или это была полная неожиданность? Была полная неожиданность, что война началась. Ну, вам было чем ответить на эти вот удары, на обрушившийся этот огонь? Ответ был трехвинтовка. Автоматов тогда еще не было. Винтовка была. Но немец уже к войне был готов исключительно. Он наши... засекал места пребывания, ролики, окопы и обстреливал из минометов.